Хей, йога, с вами Шмики, и это, скорее всего, последняя серия на сегодняшний день. Да, это Borderlands The Prosequel. В прошлой серии мы с вами одолели робота. Так получилось, мы стерли память. Она разозлилась, бла-бла-бла, и все такое. Так, давайте сразу в черный рынок отправляемся. Или нет, давайте сначала попродаю все ненужное. Так, ну это я некоторые оружие фиолетовые, может быть, позакидываю в этот, как он называется. А, неважно. О, снайперка какая. Крит урон 120. Она слабая. Точность, перезарядка патронов до хера очень мало. Так, инвентарь. Сколько у меня? 17 штук. Хорошо. Так, давай. Мне по сути нужно снайперку, да? Хотя можно снайперку вкачать на раз. О, снайперку. Так. Отхилить патроны нужно было бы. О! Здорово. Что я еще хотел посмотреть, пока я сюда не пришел? Давайте рейтинг безбашенности, что у нас там? Как раз два этих. Уменьшение дачи, урона награды, шанс стих урона, урона стих. Шанс стих, урон стих, урон плиш, емкость щита. Все готово. Милый дом. Ну, погнали к Мокси. Вау-вау-вау. Привет. Так, вернулся к Джеку. Ну вот и, ребята, глушитель отключен. Армия роботов построена. Возвращаемся на Гелиус и вырубаем лазер смерти. Мы с Ролдом пойдем с вами, обеспечим. И я буду бесполезно за ваши свои юностные кафетки. Подождите, а в смысле? Не знаю, успели ли они укрепить, так что... Будьте готовы ко всему. Вперед, мы перенесем первыми. А в смысле вы это? Блять. Ну короче, нафиг. Нафиг оно мне нужно, продаю все. Только самое полезное. Words, дай, мне отхил нужен. Мне нужен чертов отхил. Ща, Нина. То есть, а почему они тогда Афину задержали, типа начала она рассказывать, как все произошло, а здесь, видите ли, оказывается, они нам помогали. Увидимся на другой стороне, малыш. Ага, вот так. Так. Конкордия? Нет? Гиперци-центр. Герюзма. А, это другое место уже. Это значит еще не все. Или все. Со времени раскола мусорщики так скорость заряда показывает, как быстро ваш щит восстанавливается. Но измерительно в единицах щита в секунду. Чем она выше, тем лучше. Хотите, чтобы друзья и слуги что-то там-то там? Сделайте тот-та-та-та-та-та. Так. И где все? Черт, видимо, мы на другой стороне. Черт, похоже, нас разбросало при перемещении. Sounds good? Of course it does.
Окей, мы сейчас все равно все встретимся, да? Только вопрос, как мне открыть здесь это что-то? Что-то как-то? А, это морпехи этих. Вражин. О, откуда, откуда? Хера они невидимые. Это что-то новенькое. Но хотя бы они на карте отображаются. И это радует. Джон, что ты там делаешь? Я тебя уволил. А когда Гелис будет снова рука Гипериона, ты не станешь спасать, скажешь. Что ты сделал со станцией? Это раскраска. Да, красно-черными выглядит мрачновато, желтый лучше бросать за глаза. Ладно, уволиться меня сможешь пока. Так. Похоже, станция больше им. А ты в порядке? To forget about Felicity and focus on enjoying my vacation. All right, cool. I'll meet up with you later. We can talk some more then. Могу я их не атаковать, а просто по-тихому все сделать? Ага. Их по-тихому что сделаешь? Ладно, до свидания. О, открыто. Место с железяками. Глаз с Гелиуса, я буду рашить. Если они меня не видят, не слышат. А, теперь видят. Теперь, как видите, видите меня уже, да? О, полетели. Мы должны со всеми встретиться нашими. Ага. Кажись, меня не хотят пускать. План 2 на обход. Она отминает жестко, 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 жестко. Выгляни, давай, 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 давай. Или ты сидишь там, пока у тебя щит восстановится? Да сидел парень. Вау! You better not have bled on me.
Ай-яй-яй. Да ж черт. У меня патроны заканчиваются. Три. Два. Один. Ноль. Так, сразу переключаемся на другую пушку. А, у меня только 4 патрона. Давай, давай, открывайся быстрее. Так, ладно, патроны есть теперь. Да, быстро, ну, вверх я так сильно не залечу. Привет, я же... пожалуйста, отведите меня в офис дека производителя, лишь необходимую минуту слова. Окей, за мной. Если тебя защищать, я тебя не смогу защитить. Это дверь? Сейчас открою. Дверь закрыта. Неподалеку есть панель. Где панель? И откройся. А, он ветер создал? Да. Мне это начинает надоедать. Давай шустрей. Наконец-то. Нет? Кажется, получилось, кто-то включил сканер. Отлично. Доступ закрыт, в сканер обнаружен код в произвольной колпачке. Мяу. Это даже не моя шляпа. Ой-ой-ой, кажется, я смог Просто отлично, мяу. Что мне делать? Так вы надоели, блин, что мне делать? Как ты надоел летать? Все?
Доступ закрыт. Сканеры хот-дог росист. Какой хот-дог росист? Просто на ее лужайке маханат раскиды. Проклятие, я думал, что алгоритм хот-дога росиста сработает. Ладно, значит, пробуем еще раз. Это проклятые трясы думают, что танцуют лучше меня. О-о-о-о! Давай, где, блин, чё такие долгие? Я что, должен просто выживать? Железяка, не издевайся надо мной. Патроны не бесконечны. Дождаться интеграция. Наконец-то. Я умираю. Похоже, копание в мусоре в поиске припасов на Луне сильно ограниченный рост. Так, некоторые скавы малолетние. Все, Джек, я в твоем офисе, наконец-то. Активировать. Да? Отлично. Возьми найденную тобой железяку и подключение к терминалу охранения системы. Он может отключить защиту глаза Гелиуса. Железяка больше нет. И мне совсем не жаль. Это что, шутка какая-то? Клянусь, если я когда-нибудь стану директором, уничтожу их всех до единого. Чудесно. А теперь вам нужно сможет отключить защиту Гелиуса. Дай-ка подумать. Джек, мои подключенные зажили в исследовательском отделе. Прости, Глэстон, но я кое-что придумал. Так, беги в исследовательские отделения и спасай ребят Глистона. Они могут взломать эту защиту, открыть пуск в глазу. Боже, как я умен. Так, идите в исследовательский отдел. А, гиперский центр. Тогда быстро пробежим, если я там еще не был. Если был, то просто фастом. Проскочим, быстро берем задание и уходим в другую сторону. Оружие Торка стреляет взрывопулями. Это круто. Взрывоопасно. Как некоторые щиты поглощают Так, летящие в вас пули. А, мне кажется, уже скоро конец будет, в принципе, здесь. А, хотя нет, подождите, у нас еще целый босс в виде этой. Это и женщина. Так, дайте я патроны закуплю себе. Так, попродавать. Так, как далеко? А, это, в принципе, на другой стороне. Нормально. Так, оружейный магазин. Так, свалка. Let's see if this works.
показалось. Продвигаемся. Так, коррозийка. Он от коррозийки умерет. А не. Довольно долго умирает. Вау, вау, вау. Тихо. Окей, хорошо. Инвентарь. Патроны. Тихо, меняем. Понял, фиговая идея была. Отлично. Она испортила мой щит. Да слышь? Голову? Ах ты хилер херов. Tungstina Zarpadon. You must have been super popular in high school. My God, your parents. Тихо, замолчи. Ай. Так. Готово, бежим. У нас времечко есть. Идите в исследовательский отдел. Живучий. Кто-то тоже умирает. Так, патроны. Отлично. Опускаем. Исследовательский и... Поехали. 23 у нас как раз минуты. Ничера тут херня какая-то. Уже растет. Это огонь и смерть. Расстреляйте их, но не из-за огненного оружия. И даже не пытайтесь подключить... Что там? Ветка навыка Вильгрима. Дредноут не только мешает врагам убить его, но и делает Вильгрима сильнее каждый раз, когда и они пытаются сделать это. Зачем быть существом из планеты... Из плоти и крови, если можно стать стальным вооруженным лазером монстром. Oh, glad you made it. Come find me, but be careful, the talks broke out of their cages. Nothing like a good sale. Так, хорошо, перезарядка. Продать. У нас нету ничего на продажу. Исследовательское отделение. Довольно большое. Или ну нафиг и начать в другой раз. Now that I think about it, I do remember Gladstone. He helped set up R&D on his own. Hired the team all by himself, made a lot of pretty cool stuff. He's a decent enough guy. Ой, вот чего вот этих убивать, мне интересно. Woo!
типа, у меня против таких тварей нету оружия. Как его знает? Наш. Ну ладно, давайте, наверное, на этом закончим. На этом закончим, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока.